первую очередь индустриального парка «Дипмастер» будет готова принять резидентов уже в ноябре этого года. Над задачей сделать Дмитровградскую площадку образцово-показательной правительство нашего региона и руководство КАМАЗа работают уже давно. Каждое производство, которое здесь, будь то завод «Автосвет», «ДАЗ», «Штамп» или ряд других предприятий, по всем площадкам имеются очень серьезные положительные результаты по сравнению с прошлым годом. Где-то вырос объем произведенной и отгруженной продукции, где-то инвестиции, где-то, причем существенно, выросла численность персонала, где-то налоги. Однако почивать на лаврах рано. Главное не просто оздоровить площадку, а сделать так, чтобы туда пришли новые инвесторы. Руководитель КАМАЗа Сергей Кагогин прибыл к нам в регион и посетил ДААС с целью проверить ход работ и обсудить с правительством региона дальнейшие действия. Инвестиции, работа, продукция, зарплата, имидж региона, благополучатели – все. Поэтому проект интересен и важен. Кураторы соответствующие – генеральный директор ПАО «КАМАЗ» и первые лица регионального правительства. Когда первые площади готовы? К ноябрю. К концу ноября будет первая площадь. Это окончание всех площадей, чтобы скоровать, полами, чтобы... А мы это делаем первые 18 тысяч. Да. Ну, здесь меньше, здесь 5 ставим, да? Ну, 3700. Нет, ну, по-честному. Ну, здесь, вот, здесь, нет, здесь, да, всего, я имею в виду, весь первый этап, он готов, 17 тысяч. 3 месяца назад здесь была зарядная станция. Будет то состояние, как на нашей последней очереди, да? Да, как таких мастеров лучше будет, потому что мы с учетом своих ошибок всегда делаем лучше, лучше, лучше. Проект «Дмитровградский индустриальный парк «Мастер» – осязаемый результат работы региона на Сочинском инвестиционном форуме, где был заключен трехсторонний меморандум между правительством, фондом развития моногородов и КАМАЗом. Предполагаемый объем инвестиций – 750 миллионов рублей. Уже скоро на территории парка разместится порядка 10 компаний, что позволит создать около 700 новых рабочих мест для жителей моногорода. Общая площадь парка – 150 тысяч квадратных метров. Так что пока место для новых производств и вложений есть. Павел Половов, новости Ульяновской правды.